Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Money Brotherhood. Сегодня у нас новый ролик по проекту Oasis Network. Итак, ребята, сегодня мы разберем их, так сказать, маленькое сотрудничество, именно включение Copper в сеть Оазиса. Медь для поддержки ROS. Токена Оазиса, собственно, служебного, ну, жетона, как они пишут. Вот, они здесь расписывают о своей быстрорастущей экосистеме, состоящей из ведущих отраслях разработчиков приложений, команд по инфраструктуре, блокчейн, операторов узлов и так далее. ROS — это сам уже родной токен, который ограничен снабжением и поселением сети Oasis. Токен ROS обеспечивает ежегодное вознаграждение за стейкинг до 20%, и около 2,3 миллиардов токенов будут автоматически выплачены в виде вознаграждения с течением времени. А предложение самого токена, ну, в общей сумме ROS токенов создано 10 миллиардов токенов. Директор сам Алексей Ривкин по продуктам прокомментировал, что мы рады, что протокол Oasis выбрал их для поддержки стейкинга ROS, и что сеть Oasis сделала большой шаг вперед в технологии блокчейн, и с нетерпением они уже ждут возможности поддержать их, поскольку их сообщество продолжает расти. Это будет выгодно и одной стороне, и второй. А этой компании, компания Copper, основанная в 2018 году Дмитрием Токаревым, предоставляет институциональным инвесторам доступ в пространство криптоактивов, предлагая хранение, первичные брокерское обслуживание и расчеты по 250 цифровым активам и более чем 40 биржам. Он стремится предоставлять гибкие решения для институциональных инвесторов, которые могут адаптироваться к меняющемуся пространству криптоактивов. Конечно же, обеспечивая при этом прозрачность и контроль. В основе инфраструктуры Copper лежит Clear Loop, структура, которая соединяет вселенную бирж в один безопасный торговый цикл с расчетами в реальном времени по сетям. Вот здесь дальше идет уже сама информация о Oasis. Ну, в среднем такая новость, я думаю, она может повлиять на рыночную цену. А теперь, ребята, переходим сейчас к самому токену. Сейчас он сделал немножко такой хороший памп, на 13% вырос. Ну, я уверен, что этот рост как раз-таки немножечко повлияла вот эта новость и то, что токен был долго на дне. Я не могу сказать, что сейчас хорошая цена для покупки. Лично я холдю с момента получения токенов и покупки по 5,5 центов. И буду продолжать холдить. Я ожидаю от Oasis 10 центов плюс и выше. Вот такой у нас вышел ролик, ребята. Если видео было информативным, полезным, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.